Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым випуску. Велика розмова про науку. Делегація Гомельської області вернулася з другого з'їзду вчених. Допомога людям – головна задача депутатів. Наш кореспондент Олег Сінцюров висвітлив, як з нею справляються у Речицькому районі. Дажливий снежень. Зима вернеться на початку наступного тижня. А зараз об гэтым і іншим більш подробязно. Делегація Гомельської області вернулася з другого з'їзду вчених, який проходив у Мінську на протягу двох днів. Масштабний форум собрав більш за 2,5 тисячі чоловік з усіх регіонів країни. У ліку гостей так само були відомі науковці союзної держави і СНД, ведучих заміжних академій наук, сусвітних науково-дослідчих організацій і центрів. У ділу зустрічі прийняв президент Білорусі Олександр Лукашенко, який запевнив, конструктивні ініціативи і проривні ідеї вчених будуть завжди підтримані. У перший день делегаты працавали по 9 секциях. Одним из ключевых пунктов на парадку дня стал проект стратегии развития науки и технологий до 2040 года. Так само на форуме были представлены науковые достижения краины за последние 10 годов. От нашего региона на форум приехали представники усіх ВНУ, науковых институтов и вытворчеств. Размова на встрече шла об необходимости повышать уровень научных установ, а науку развивать таким чином, каб она задавала тон усім галинам и напрямкам экономики. Президент поставил конкретные задачи перед учеными республики. Это создание инновационных продуктов, разработка новейших технологий. На съезде прозвучало, что надо развивать все этапы науки. Четко есть понимание у нашего государства, что необходимы действительно все три составляющие – инженерная, техническая наука и фундаментальная. Каждое направление должно решать свои задачи. Я думаю, что тот импульс, который получили ученые Республики Беларусь на съезде, он даст колоссальный эффект. Мы знаем, куда идти, мы знаем, как идти. У ближайшую суботу жыхары региона смогут звернуться с пытаниями до керавництва в области и города Гомеля. 16 снежня прямую линию проведет старшиня Гомельского облаканкама Владимир Андреевич Дворник. Номер телефона 33 12 37. У городском выконавшем комитете звороты гомельчан выслухает старшиня гарвыканкама Петр Алексеевич Кириченко. Номер телефона 75 19 84. На сувязи у гэты день будут и керавники администрации города. Час працы прямых линий с 9 до 12 годин. У Беларусі працягваецца кампанія па выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў. У гэтыя дні выбарчыя камісіі прымаюць дакументы і рэгіструюць ініцыятыўныя групы. Разам з тым, дзеючыя дэпутаты працягваюць выкананне сваіх абавязкаў і вырашаюць пытанні, якія хвалююць насельніцтва. Олег Сінцюроў наведаў Рэчыцкі раён. У Рэчыцкім раёне 18 лютага неабходна браць 273 дэпутата. Найбольшая колькасць 203 у сельскія саветы. Апрача таго, выбарчыкі атрымаюць бюлетэні з прозвішчамі кандыдатаў у абласны, раённы, васілеўскі гарадскі і зарэцкі пасялковыя саветы. У пытаннях абрання дэпутатаў насельніцтва Рэчыцкага раёна пасіўным ніколі не было. Гэтыя выбары выключэннем верагодна не будуць таксама. У раённай выбарчай камісіі на адсутнасць заяў аб рэгістрацыі ініцыятыўных груп не скардзіцца. Апошні тэрмін падачы 14 снежня, і ўжо на наступны дзень камісія прыме адпаведнае рашэнне. Хоць некалькі груп дазвол на збор подпісаў ужо атрымалі. В настоящий момент мы зарегистрировали 8 инициативных групп, подано заявлений более 40, процесс идет. Так что выборы будут. Директор Речицкого коммунального гандлевого предприятия «Гандель-сервис» Олег Бойко депутатом районного совета выбирался 4 раза, а тому об особливостях депутатской работы ведая напевно все. Кажется, что для эффективного решения актуальных питаний в жизнедеятельности населения у советах обовязково повинны быть представники этих сфер. И хоть депутатская деятельность потребует шмат часу, але основной работе она никак не перешкажая, хоть и на дворот. Тем больше, что и сам директор – человек креативный, инициативный и деловый. Не глядя на достаточно жорсткую конкуренцию, Речицкий гандель-сервис – предприятие рентабельное, а сам Олег Бойко – не только владельник шматликих гоноровых грамот и подяк, але и человек года 2016 у номинации «Лидер». Такое звание он отримал за перемогу в областном конкурсе. Сегодня директор рыхтует до открытия после капитальной реконструкции еще одну краму. А прочатого, зараз предприятие разом с региональным отделением Белпошты реализует проект, аналогу якому на Гомельщине верогодно покуль нема. По заявках сельского населения на почтовых предприятиях гандель-сервис будет продавать промысловые товары. Депутат районного совета Олег Бойко переконанный. Это реальный клопот в людях. Мы взяли социальную группу товаров
для сельчан промышленную, такую как газовые плиты, потому что мы работаем напрямую, у нас фирменная секция от Гефеста, у нас фирменная от Атланта, у нас фирменная от Горизонта, от Медеи. Белпочта принимает заказы, сделает доставку для сельчан, а мы отпускаем товар. Холминский сельский совет в Урельском районе один из самых великих. У 14 вёсках проживает больше 2600 человек. Практически что день некоторые из них звертаются в сельсовет за допомогой. Питания самые разные, от доброго порадкования и допомоги в ремонте жилья до функционирования объектов социальной сферы и работы автомагазинов. Старшиня Степан Юшкевич каже, что за 13 годов, которые означали сельсовет, он отримал великий опыт в решении возникающих проблем. Жихарка вёски Прокисель Мария Зеленская звернулась с просьбой о помощи в подключении электроэнергии до жилого дома. Сродки, которые запотребовали для оформление всех документов специализованное предприятие, а май утроя перевышали пенсию женщины. У вынику у будинку не только заявилось светло, а и все работы сделали бесплатно. По вогуле невырашаемых питаний для депутатов местных советов зараз практически нема. Некольких годов тому на Гомельщине на аппаратной нараде у старшинь районных выконавших комитетов разом с директорами всех местных предприятий почали обовязково запрошать еще и старшинь сельских советов, что значно повысило эффективность их работы. Здесь же сразу на месте председатель исполкома дает поручение тому или иному руководителю. И вопросы сразу решаются, потому что ну, на своем уровне, допустим, некоторые вопросы мы не можем решить. Это эффективно и хорошее вот было предложение в свое время сделано, проводить вот эти аппаратные совещания. Именно на уровне райисполкома с присутствием всех руководителей служб и организаций. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Речицкий район. Перший форум регіонів Білорусі і України пройде у Гомелі у 2018 році. Старшинею Архкомітету призначений віце-прем'єр Білорусі Владимир Сямашко. До 31 студня Архкомітету доручено розпрацювати і затвердити план підготовки форуму. Об выниках совместной деятельности правкамов и наймальников ишла размова сегодня на третьем пленуме Совета Гомельского областного объединения профсоюзов. Серед становших прикладов работа по створению коллективных договоров. Зараз на территории региона их денежек около 3000. Дякуючи этому забеспечены подтримка и социальные гарантии больше як 550 тысячам человек. Сегодня стоит задача про коллективные договоры умацовать взаимодействие с керовниками предприемств и организаций. У тым лику по питаниях регулирования заработной платы. Необходимо отзначить, что затримок по выплате в регионе не регистрировалось на протягу 4 месяцев. Правда, особные установы працавали в режиме неполной занятости. Серед важных тем так само ахова працы. Техничные инспекторы профсоюзов проверили больше 700 предприемств. Выявлено около 7 тысяч порушений. Выдадены рекомендации по их ликвидации. Заборонена эксплуатация 100 одинок небеспечного обсталявания. Размова на пленуме и шла и про задачи на будущий год. Это в первую очередь, конечно же, охрана труда на предприятиях, организациях, учреждениях. Это правовая помощь нашим работникам на предприятиях. Это работа по коллективным договорам. Это информационная работа. Это работа с молодежью. Вот основные направления, на которые надо будет уделять внимание. Калинковичи Карма и Светлогорск долучились до погоднения мэров по климате и энергии. Церемония прошла у Минску. Таким чином, у популярным европейским руху теперь 38 белорусских городов. До 2030 года яны повинны скоротить выкиды углекислого газа до 30%. Синоптики рассказали, коли у Беларусь вернется зима. Это здарится у понеделок, а покуль плюсовая температура и слота. У ближайшие дни надворье будет неустойливым и вельготным. Прогнозуются частые опадки, снег будет изменяться дождем. Температура по ветра не зимовая, от 0 до плюс 4. А вот с вечера недели почне холодать. У ночь на понеделок 18 снежня чакается уже 4 градуса морозу. У день слупок термометра опустится до 1 градуса ниже за 0. У авторок и сера ночная температура складе 7-8 градусов ниже за 0. У день будет до 4 с минусом. Местами будет идти невеликий снег. Гэтые и іншыя навіны вы можете знайсці на нашем сайте у интернете по адресе www.tvargomel.by. Далее у эфира спортивный огляд. С новинами спорту вас познайомить Максим Савин.